Заместитель главы города Светлана Яровая отметила, что работа в органах местного самоуправления требует большой ответственности и профессионализма. Немалую роль в эффективности управления играет и тесное взаимодействие с общественниками. Анапские территориальные органы самоуправления – верные помощники администрации. Сегодня мнение территориального общественного самоуправления, в первую очередь, в решении глобальных, значимых вопросов становится ведущим, определяющим. Уверена, что постепенно мнение общественного самоуправления будет решающим и по повседневным вопросам, что мы, собственно, видим и на практике. Я хочу поблагодарить всех здесь присутствующих за добросовестный труд, за любовь к своей малой родине, за вот такое небезразличное отношение повседневным вопросам, решение которых делает нашу с вами жизнь близких наших лучше, качественнее. Грамотами и благодарностями наградили специалистов управления и других структурных подразделений администрации. Особо отметили и поблагодарили за неоценимый вклад в развитие курорта ветеранов муниципальной службы. Многие из них и сейчас ведут активную общественную деятельность и передают ценный опыт своим преемникам. За активную организацию форума ТОСов, который стал примером для других муниципалитетов, наградили всех, кто пишет его историю.